Из-за прорыва тепломагистрали на Посадской улице без тепла остались 5000 жителей. Вместо положенных 20 часов коммунальщики устраняли дефект двое суток. Авария произошла у 54-го дома. Там прорвало трубопровод диаметром 630 миллиметров. Слабое место специалисты нашли при заполнении системы горячей водой после устранения другого технологического дефекта. По свидетельствам очевидцев, отремонтировать проблемную теплотрассу коммунальные службы могли бы и раньше. Ну, я вот сколько ходила здесь, наверное, неделю, вот это все дымилось. Я еще думаю, интересно, как это никто почему-то не заинтересовался этим. В результате на временную схему перевели 80 домов, в том числе 76 жилых. Жители утверждают, что горячая вода подавалась с перебоями. Полностью тепло в батареях появилось лишь спустя двое суток. Ну, дома прохладно, ребенок, внучка болеет. Неудобства, конечно, были, но сейчас, слава богу, морозов нет таких. Справились. Это уже вторая авария на одном и том же трубопроводе. Напомним, накануне этого прорыва тепломагистрали аналогичный произошел у 40-го дома. Тогда без тепла остался 91 дом.